Всем привет! Буду снимать обзор. Первое впечатление. Досталось по случаю. Из колхоза. Так, резина была спущена, но мне кажется, ее спустили из-за того, что трещины. Кардан на вид никогда не снимали, но жабку я имею в виду. А может, в таком состоянии. Так, двигатель якобы капитальный. В том году перед сезоном или в сезон, не знаю, ну, стоит родной. Да, кто не знает, Ешка 303, косилка, жатка простая. Ставили аккумулятор, надо вот защиту сюда сделать. Что я уже сделал? Ну, заводил, понятное дело, прокатился, вообще непонятно, непривычно, газа нет, ручной только, то есть такая своеобразная. Ну, кто работал, работает, знает, своеобразная езда на ней, как мне показалось. Ну, во-первых, я его прошприцевал вплоть до, он доступен, накачал все колеса, двигатель проверили, масло, залита вода. Да, вот хочу показать. Двигатель родной. Масляный шланг здесь до самой кабины. Этот температура не работает. Не знаю почему, может датчик, ощущение, что датчик. Это колесо более-менее. Одного башмака нет, здесь стоит башмак. Но здесь я уже говорил. Прицевался. В его агроснаге пальцев нет. Есть тут вот проблема. Я их как бы выровнял сейчас. Всех под нож. Не подводил под ножи. Наверное, сегодня попробую касануться. Завтра понедельник поеду. У рамешки, наверное. Ну вот. Проблемка в этом. Сейчас я его поверну, конечно. Чтобы он меня не цеплял. Вот так вот. Два. Три. Он без низа. Ну, много. Обратно я имею в виду. Обратного ножа. Много таких проблемных пальцев. Да, вчера жатку всю вычистили. Ну вот. Косяк видно. Лопнуто. Будет видно, не будет. Верхние прижимные пластины надо менять. Половина сточена. А здесь все. Раскрасовал. Цепь эту подтянул. Выровнял. Здесь вроде я так ничего не вижу. Да. Ступица варена, но варена хер знает когда. По раме. Рама не лопнута. Но хотя она ступица усилена. Не знаю, что было здесь со ступицей.
Так, стоит здесь. Он родной. А, сейчас покажу. Этот даже радиатор весь. В таком состоянии. Компрессора не хватает. Да, его с духом. С духом сейчас надо поставить, не забыть. И масло гидравлическое. Я так понял, что вот сюда заливается. А, вроде я шестигранник взял. Сейчас померю. Такой или не такой. С набора что-то не подходит. Есть. Сейчас попробую поменять. Вернее, долить, потому что сейчас не буду заводить, показывать. Но такого здесь вот бардак весь. Стекло отодраил. Сразу светлее стало. Заводить не буду, показывать, но при опускании она начинает дергаться. Значит, датчик в таком положении. Сейчас попробую проверить наличие подачи электричества вообще туда. И скажу, что будет на руль, как всегда на таких косилках. Я вот это сейчас еще буду убирать все. И погоню ее ближе к дому. Так, сейчас. Ладно. Смотрите, что будет. Что будет, что не будет. Ладно. Продолжаем. Первый день. Второй день уже. Свободен. Данным агрегатом. Пишите в комментариях, что посмотреть, куда заглянуть, где что поправить, какие слабые места, где у них